Сирийской провинции Идлиб сегодня вступил в силу режим прекращения огня. Об этом договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган на переговорах в Москве. Они длились 6 часов. В Идлибе будет создан коридор безопасности, а с 15 марта военная полиция Турции и России начнет совместное патрулирование территории. На мирные призывы откликнулся президент Сирии Башар Асад. Он согласен рассмотреть возможность диалога с Анкарой. Одним из ключевых шагов сирийский лидер назвал амнистию для тех боевиков, которые, цитата, готовы сложить оружие и вернуться к нормальной жизни под властью государства и закона.